Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас распаковка мини-заказа от моего любимого продавца Натали. К ней приехали сорта, которые я хотела. Здесь будет новинка. Давайте быстро распакую я с вами. И начинаем с новинки Туркестан шоколад. Когда появился у оптовиков этот сорт, я его хотела заказать, искала, у кого бы заказать. И вот у Натали он есть. Вот такой красавчик. Глыбушка. Сейчас попробуем. Прикольный. Поколем, я сниму обзор на него. Мне всего 4 килограмма. Конечно же, бонус. Натали всегда бонусы. Бонус Руслан. Руслан я люблю. Какая прелесть. Даже такой небольшой заказ, а с бонусом. Так. Астана желтая. У меня заканчивается. Сделала до заказ. Сейчас распакуем и сразу поколю. Кайф. Так. И, конечно же, Туркестан кудрявый. Так как Туркестан коричневый и кудрявый как бы плюсуют в один сорт, но для меня это два разных сорта. Да, они похожи, но отличаются структурой и слегка вкусом. Вот такая прелесть. И сейчас сразу мы будем с вами все это колоть. Итак, сейчас мы все с вами это поколем. Давайте начнем с Туркестана кудрявого. Ну, вот это здесь зачищать надо будет. Такая большая глыбушка на 2 с лишним килограмма. Так, сейчас я подниму чуть-чуть камеру. Вот так. Очень плотный, он намного плотнее Туркестана коричневого. Колется на пластиночке, потому что он слоистый. Так. Зачищу я уже самостоятельно. Вот такой красивый. Между слоями веточки попались. Какая прелесть. Структура у него, конечно, классная.
Туркестан кудрявый я обожаю. По нему тоже будет обзор. Тоже сниму обзор по нему. Так. Вот целый поднос получился. Сейчас я его отставлю, так как надо будет зачистить. Туркестан шоколад. Это новинка. Я давно хотела его попробовать. Вот попробуем и снимем обзор. Ух, какой плотный. Очень плотный. Смотрите, но он правда очень темный. Вот такая красота, такой интересный, очень, конечно, плотный. Откалывается, конечно, как колется он, кстати, как Туркестан взбитые сливки. И по плотности, кстати, он схож с ним. Плотный, монолитный. Улетел. Так. Тяжеловато колется. Хорошо, когда есть добросовестный продавец, и когда у него появляются новинки. Я вчера Натали написала, сегодня поехала, уже забрала. Очень рада, что в моем городе есть такой продавец. Что появляются те сорта, которые я очень хочу попробовать. Вот столько у нас с вами получилось. И сейчас мы поколем Астану желтую. Астана желтая. Все в разные стороны. Колки, конечно, в этом месяце очень много. С Астаной очень много колки.
И вот столько у нас получилось Астаны желтый. Вот такой небольшой заказик у меня получился у Натали. Сейчас все почищу, все уберу и будем снимать обзоры. Всем огромное спасибо за внимание. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем пока-пока.